Всем привет, ребят! С вами, как обычно, Русфиф АПС. И сегодня у нас опять карьера за наш любимый бич-клуб Уикомб Ивантус. Первая игра у нас против Хартлепуля. Вот стартовый состав на ваших экранах. Я его тут комбинирую немножко. Что-то меняю, кого-то заменяю. Схема 4-1-3-2. В принципе, как обычно у нас всегда это бывает. Надеемся, сегодня Маклюр у нас опять будет тащить, как батя. В принципе, и мы начинаем наш первый матч. Погнали. Первая атака моей команды. И тут наш игрок зарабатывает угловой. Далее Куфор тут проходит. Что будет? Бьет. И тут далее Стоварт подхватывает. Стоварт подхватывает. Что будет? Бить, наверное. Или обходит. Нет, его тут просто уничтожили игроки Хартлепуля. Далее тут пас на Куфора. Куфор будет. Что делать? Будет это, наверное, бить. И тут рядышком. Далее тут Дьюна сделал ближе в обороне, но Стоварт за него исправился. Далее, опять Брежа в обороне. Стоварт, давай, давай все спокойно. Далее, Вуд. И тут Голешник, просто Голешник. Или это был Маклюр, я точно не заметил. Там, по-моему, Кован Холл, передачка на Маклюра. И Маклюра, как обычно, у нас тащит. Далее, тут уже атака соперника, что будет делать? Бьет. Ого-го, как опасно. Вот это просто жестко, реально. Так, ну я тут смотрю, у нас заканчивается первый тайм. Почему-то недоволен игрок нашей команды, но, в принципе, мы выигрываем 1-0. Вот статистика, кому интересно, можете остановить, перемотать и посмотреть, кому интересно. Вот, атака соперника, тут забросик, забросик и удар, и нет, защита надежна. Далее тут у нас навес, 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 и тут почему-то все прошли, ну, не коснувшись мяча. Далее Куфор, Маклюр, Маклюр, ускоряйся, давай, давай, парень. За Россию. Юй, Голешник. Просто, просто жесткий Голешник. Это реально круто. Маклюра. Дубль. Сколько он уже дублей, так сказать, сделал за этот сезон. Вот еще раз вам повторчик. Посмотрите на Голешник. Просто без шансов. Далее атака моя. Уже еще один навес будет. И тут еще один гол. Ну это просто, просто... уничтожение соперника. Ну, ну серьезно, ребят, ну это же круто. Забыл сказать, что у нас Хартлепуль на 24 месте, аутсайдер, но аутсайдер тоже может забить нам гол. Расслабляться не стоило. Аутсайдер тоже, в принципе, неплох, но счет 3-1, он нас, в принципе, устраивает. И что же мы будем делать? Может быть, еще один гол. Я не знаю. Вот атака соперника. Льюис. Льюис что будет делать? Будет бить. И закруточка, Голешник. Еще один. 4-1. Великолепно. Просто фантастик. Ну, посмотрите, ну это белиссимо. Просто белиссимо. Хлестким ударом закрутка просто рядом со штангой. Далее еще одна атака. Может, забьем еще один? Нет, тут уже вратарь. Парировал удар Куфура. Выносим мяч. И что же происходит? Уже все, заканчивается первый тайм. Маклюра хлопает, потому что у нас, скорее всего, игрок матча. Огорченные идут футболисты Хартлепуля. Но, в принципе, они как аутсайдеры, 24 место, а мы идем на первом месте. У нас сейчас, по-моему, 88 очков, если я не ошибаюсь. Вот, рейтинги моих игроков. Джонсон даже центральный защитник получил оценку 9.0, Льюис 9.2 за шикарный Голевщик, и Маклюре за дубль 10.0. Неплохо. В принципе, неплохо. Вот опять 56 тысяч мы получаем за билетики и за победки. Вот результаты других команд на ваших экранах сейчас.
письма, вот, то, что тренировки, потом растяжение Инграма, он сможет выйти только в какой-то определенный промежуток времени. И сейчас мы начинаем играть против Бари. Это уже немножко другой клуб, Бори. Ну что, начинаем нашу игру. Первая атака соперника. Что же будет? Удар. И тут на первой же атаке нам забьют. Скорее всего, это не первая атака. Просто вот это именно атака попала в монтаж. А нам забивают первыми. Далее Маклюр поборется. Нет, то Льюис будет бить. Лонгшот. И еще удар. И тут в руки вратарю. Далее. Что? Кованхолл. Удар. И вратарь парирует. Это было неплохо, но тут Маклюр решил на добивание сыграть и въехал не в мяч, а в игрока и получил свою заслуженную красную. Так, тут провал в обороне. Давай, вратарь, тащи! Ух, молодец, вратарь! Рейтинг 50 на секундочку. Был 49 в начале сезона. Сейчас 50 уже. Вот недовольные наши чемпионы проигрывают. 0-1 статистику. Кто хочет, можете посмотреть, перемотать, если вам это интересно. Далее разводим тут. Все как обычно по стандарту. Вуд может на технике заложит баночку заложить. Просто как бутю. Но он у нас тут самый опытный, рейтинг 67, и, по-моему, самый. Ну не самый возрастный, но самый опытный. Удар бати называется. Просто далее Кресмар. Ускоряется Кресмар и гульник. Это просто великолепный гол. Просто. Посмотрите внимательно, ну это белиссимо. Это просто рядом со штангой, прямым ударом, ну это красота. Далее еще одна атака в комби. Всех обошел наш игрок. И удар закрутка, но тут уже немножко не точно. Далее куфор подачи на Кованхолла, Кованхолл будет бить. И рядышком со штангой можно было делать счет 3-1, но... FIFA решила, что хватит уже нам тут играть. Так, далее атака соперника, и нам тут теперь забивают уже. Вот это уже печально. Просто на 90-й минуте вырывают ничью Бари, но у нас получается сейчас будет все равно неплохие шансы на чемпионство. У нас там немного матчей осталось, в принципе. Вот, огорченные идут футболисты в Укомби, ну потому что тут вот такие звери, так скажем, отобрали у нас победу. Рейтинги игроков, все, в общем, серия, как вы уже поняли, закончилась. 2-2. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, ставить лайки, дизлайки. 5 лайков, следующее видео на следующий день по карьере. Все, можете репостнуть это видео ВКонтакте. Дабы поддержать меня, все, всем пока, с вами был, как всегда, RusFPS, не болейте и всем пока, а вообще... Все кайфанули, вообще, все как рванули, вообще, все кайфанули, вообще, все как рванули, все кайфанули вообще, все как рванули вообще, все кайфанули вообще, все как рванули вообще.